Я в этот момент подъехал к магазину с женой, остановились. В машине вы были? Да. Нет, ну я из машины вышел, вот начал закрывать машину, хлопок, и больше ничего такого не было. Потом оборачиваются, две девчонки лежат, прямо около магазина. Во сколько примерно? Это было 25 минут девятого. Ну, вы видели, что одна была еще жива, да? Одна еще, да. А как вы увидели, почему вы сделали такую? Ну, вот подошла, она вроде так шевельнулась. Может, это уже предсмертный, как говорится. Шевельнулась? Я подошел, да, пульс померил, уже она все умерла. И вторая, и одна, и вторая. Я как бы не знаю, с кем они гуляли, только знаю то, что вот Настя, да, которая с того подъезда, она очень любила лошадей. И вот я сколько знаю, там Ира, мама ей рассказывала, то, что Настя всегда в конюшне. То есть я не вообще ее подумать, когда я сегодня узнала, для меня просто шок. С веселой компанией всегда общалась. С компанией общалась. Да, с веселой компанией. По Твери здоровался, так что ходила. Ну я вот конкретно не знаю, я знаю то, что там старшие, которые старше их там на 3, на 2 года, то есть все старше их. И, ну, как сказать точно, ну, не работают они даже уже. Им по 18, по 19 лет, то есть не работают, то есть у них ничего вообще нет. Я не знаю тоже, как, на что они живут и так далее. Ну, вот они вот в эту компанию и попали. Давно? Ну, последний, наверное, за последние месяца два где-то вот так. Ну, у меня сестра с ними очень хорошо раньше общалась, до того, пока они не попали в эту компанию. Они стали как-то... Ну, более замкнуты в себе, то есть ничего себе рассказывать, ничего не рассказывают так. Угу. Ну, они рассказывали что-нибудь, хотят там расстаться с жизнью, что хотят совершить себе? Да, это было за вот где-то за дня 2-3 до вот этого всего. А кому они рассказали? Ну, они рассказывали там подруге своей, то есть что ты будешь делать, если я, типа, ну, кончишь самоубийством. Ну вот, и вот это все, то есть не было такого прямого то, что... А были вот все намеки и так далее. Я позавчера слышала, как они там это, ну, там голоса слышала. Где ты была в тот момент? А я в магазин ходила. А прям слышно отсюда, да? Ну да, да, отсюда. Ну, они там орали, они что-то там орали, типа, а, как да? Это вот, ловня, что-то там кричали, такое, да. Да. Я тоже слышала. А что они кричали? То есть прям внизу даже слышно, да, как кричат, да, на крыше? Да, угу, угу. Там что они кричали? Там слышали, что-то... Как они кричали. Да. Не, ну не вчера, а никогда они падали, а именно вот в понедельник, да? А все говорят, вот у всех спросите, кто тут живет, все скажут, что они несколько дней сюда заходили. Они, наверное, готовились, я так думаю.